Доброго времени, друзья! Приветствую вас и хочу поделиться словом «Радостная весть» Евангелие от Луки, 2 глава, 8 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И я хочу просто сегодня вдохновить и каждого из вас ободрить и еще раз напомнить, друзья, что то, что мы открыли свои сердца для Христа, на самом деле это великая радость. И когда мы всякий день будем следовать за Ним, эта радость, она будет сопровождать нас. Пусть Господь благословит ваши дома, ваши семьи и наполнит этой великой радостью с небес. Во имя Иисуса. Аминь.